Итак, всем привет, продолжаем играть Battlegrounds. Я не знаю, что такое, но жалко русского перевода нету. Я даже сейчас на записи остановлю и переведу, что здесь написано. Скорее всего, какой-то бонус дали 400 опыта, при том, что 400 XP, просто 400 XP или что? Ладно, проверим. Так, я даже загуглю, что такое, типа, спасибо за игру, наслаждайтесь бонусом от нас, типа мне дали бонус от, не знаю, забыл, от игры просто 400, окей, это левел. Нам просто дали тупо левел, я не понял за что. И забрать. Окей. Так, миссия сегодня у нас сыграть триггер в режиме со на карте ранг, то есть неважно, третье или первое лицо, конечно, будем первое играть лица. Или дойти до топ-3 в режиме отряда. Ну это будет чуть сложнее, ну ладно, все равно сделаем. Взорвать автомобиль, то есть взорвать автомобиль, который даже не едет, то есть взорвать, даже было бы круче на самом деле взорвать человека в автомобиле, врага. Блин. Было покруче, ну просто взорвать автомобиль. Короче, нам на халяву, короче, уровень дали, я не знаю, с чем это связано, но на халяву дали уровень. Забавно. Так. Кстати, сейчас квалификации идут на Америке. Погоди, а может из-за этого? Воу, может реально? Хотя вряд ли, наверное. Так, нет, статистика, внешний вид. Внешний вид, и где-то маска, вот она. И будем еще круче выглядим. Теперь мы будем еще круче. Классно. Ну ладно, вот такой короткий ролик. Я не знаю, чем это связано, но... Дали 400 опыта, просто левел на халяву. Почему? Непонятно. Ладно. Спасибо, в любом случае. Следующий.